Всем большой привет! Собрала я вроде бы две косметички в дорогу. Еду я примерно дней на 8-9, точно не знаю, но, скорее всего, в следующие выходные я вернусь домой. Долго думала, что взять из ухода. Там все есть. Мне каждый раз говорят, да чего ты тащишь с собой, все тут есть. Но, вы знаете, у меня тоже как бы запасы есть, которые я хочу истратить. Поэтому я решила, возьму. Но еду я в этот раз все-таки не на море и не с сыном. Такой потребности, ну, в той же, например, мытье головы нет. На море каждый день хоть как. Если два раза сходил и в воду окунулся, это два раза в день. Порой голову надо мыть, потому что она иначе как соломенная становится. А тут вроде как получается, даже если 9 дней и на третий день я буду мыть, это три раза всего. Ну, в общем, вы поняли меня. Давайте я вам покажу, каких я тут отливантов наковыряла, насобирала. Если я что-то забыла из декоративки или из ухода, говорите мне сейчас, потому что я потом не вспомню. Расчески, пилочки, какие-то пинцетики, ножнички, это я все взяла отдельно. Но в любом случае это то, что там есть. Там есть девочки, которые уже живут, то есть в принципе и ту же пилочку можно попросить. Но в целом, давайте. Так, у меня с собой, видите, да, кисти, и там зубная щетка торчит. Это мне, чтобы после ролика с зубной пастой вместе уже упаковать. Я ее так отдельно поставила. Мочалочка тоже вот как бы отдельно пойдет. Но вот это не то, что я хотела вам показывать, но то, что мне мешает тут под рукой. А с головы и тела умывалка, в общем. Нет, не умывалка, гель для душа. Решила взять Ленин гель для душа. Аура, она мне прислала тогда. Тут 100 примерно миллилитров, манго и папайя. Если уж вдруг мне не хватит, а мне должно хватить, то я думаю, ну, хватит. Смотрите, какая мочалка, просто перчаточка одна. Но тут 9 раз даже, если помыться, каждый вечер ополоснуться, ну хватит, хоть как хватит, там немножко и надо. Далее, шампунька много, но ладно, ничего страшного, просто у меня столько оставался остаток в шампуне от Avon, Advan Technics, сияние, смотрите, какая она перламутровая, красивая, она, банка, шампунь он мой, я знаю, это мальчик. Ну, в общем, взяла все, что осталось. Маску взяла ту, которую я брала на юг для гладкости, вот остаток как был, так его тоже взяла с собой. Ну, сколько истрачу, в крайнем случае с собой привезу. Я, к счастью, еду и туда на машине, и обратно на машине. Поэтому у меня с этим проблем нет. В багажник закинули, в багажник вынули, в общем. От подъезда до подъезда, можно так сказать. По... Вот как бы помыться, все. Не стала никакие скрабы брать, у меня тело пересушенное от... море от загара, потому что загорали мы всего чуть больше недели, и получается тело сгоревшее было, ну там не пренебрегали ни одной секунды, которой можно посвятить было морю. Ну и соответственно я там облазию конкретно, ну уже к концу это дело подходит, но и второй слой кожи сдирать скрабом даже самым нежным не хочу, поэтому ничего не взяла, никаких скрабирующих. Так, ладно, помылась, голову вымыла. Крем для тела взяла от Faberlic. Я думаю, что я его даже, может быть, за это время использую. Это у нас суфле для тела, апельсиновая меренга. Использую, потому что это каждый вечер. Тело, вот я уже все рассказала, сухое-пресухое. Дезодорант беру, тот, который у меня на данный момент открыт, Нивея, черное, белое. Неплохой. Ничего плохого сказать не могу. Будет работать он. Так как я буду делать все-таки макияж, может не каждый день, а может каждый день, как пойдет. Я же взяла Project Pen, поэтому хорошо, если каждый день. В любом случае, каждый день я буду выходить на связь со своей семьей, с сыном, с мужем, поболтать, посидеть. А хочется выйти красивой, поэтому я думаю, макияж будет обязательно. Ну и макияж смывать. Я знаю, что это очень много. Вот на море я вот истратила прям совсем чуть-чуть. Ну, она самая экономичная упаковочка, как бы самая маленькая у меня в запасах, поэтому взяла ее. Тоник из Fix Price Синдо отлила сюда. Немножко, но у меня это еще и останется. Поэтому тоник взяла. Мицеллярку не брала. Умывалки. Ой, я вот
думаю, что это нормальные полноценные умывалки, но если это окажется все-таки масляные, хотя тут масло заявленное, но для очищения они обе служат, взяла Турьяж. Если их тоже придется смывать, то возьму уже у Вики умывалку и буду ее умывалкой как бы пользоваться. А может быть, этих будет достаточно. Ну, в общем, посмотрю. В любом случае, взяла вот эти, хочу их истратить. Иначе они у меня так в запасах и простоят, эти две малышки. А тут я их уничтожу. Скраб от чистой линии, абрикосовые косточки, потому что, как всегда, в дорогу для меня это время масок. Любая дорога для меня это время масок, поэтому скраб обязательно. Зубная паста Нуки, она же с нами на море ездила. Тут еще вот так, и мне 100% хватит такого количества. Взяла ее. Для глаз, вы знаете, он мне так, этот крем понравился для глаз и как ночной крем. Тут 20 мл, если просто на область подглазки, хватит лет на 10. Потому что область подглазки это вот полгорошинки на две области. Вот. А тут его очень много. И как вечерний, он мне понравился, я вот им и весь юг пользовалась, и сейчас, уже месяц. И он все как будто бы полный, поэтому отлично работает и под глазки, и на все лицо. Как утренний я отливала еще на море. Тут SPF 20 от Yves Rocher крем. Вот столько его есть еще. И сейчас не нужен 50. Вот 20 самое то. Буду пользоваться им днем, как дневным. Он же будет и праймером под макияж служить. Для ног взяла конкретный для ног с ароматом очень приятный. Зимняя ванилька, как-то вот ванилью пахнет. Кремовый даже цвет. Как, что я вам тут рассказываю, могу показать. Вот какой красивый кремовый. Под носочки, потому что ножки сейчас нуждаются. Не стала я суфле, типа на все подряд буду использовать. Нет. Для ног. Для рук персик в карамели, кошечка. Как тебя зовут? Ой, слепая. Давайте покажу, как ее зовут. С двумя разноцветными глазками. Я ее показывала вам в уходе на месяц. Вот она у меня, в принципе, одна осталась еще таким вот невостребованным особо продуктом. Поэтому будет она. Бальзам взяла Лабелла. Мне его хватит. Вот столько осталось. И еще где-то вот так внутри. То есть я спокойно могу его доиспользовать до конца. И на другое ни на что не буду отвлекаться. Только им. Ну и цветной бальзам я все-таки взяла. Вот так. Вдруг, когда будет макияж, не помаду захочется, а бальзам. Ну, думаю, пусть будет и этот. И по маскам. Очищающую взяла шипучку, тут две части. Постараюсь обе части использовать, прошипеть. И обычные маски тканевые. Надеюсь, все уйдут. Как показала практика, в принципе, у меня иногда это получается почти использовать. И это будет здорово. Первая медовая, да, судя по всему. Зеленое что-то тут. Еще бы видно винограда, по-моему, да? Ну, в общем, вот такая зелененная. Ты кто? Ну, в общем, еще одна. Они из одной серии. Дермал. Ну, тут я красный женьшень могу определить. С алоэ масочка. И вот такой красивый тигренок. Funny Organic. Bubblegum. Возможно, будет очень приятный аромат. Или она пузырьковая? Ну, вообще, может и пузырьковая окажется, да? Тут же есть сокращение морщины, эластичность, маска лифтинг, кислородная тканевая. Вот она какая. Ну, в общем, с удовольствием попробую. Сколько я беру? 3? 6. 6 масок. И, ну, очищающая она не вместо, она вместе. Сначала очищение, потом любую маску. Я думаю, что 6 масок на 8 дней, ну почти через день, да, нормально. Кто-то говорит, девочки, очень часто надо 2-3 раза в неделю. 2-3 раза в неделю пишут
на конкретной маске. Например, питание 2 раза в неделю. Лифтинг тоже 2 раза в неделю. Поэтому день питания, день лифтинг, день увлажнения. И можно каждый день. Главное, не переусердствовать с тем же питанием, с лифтингом. Или, ну, вы поняли. Ароматы. Я тороплюсь, потому что у меня еще косметичка. Я все хочу в один ролик засунуть. Мне некогда снимать. Мне сегодня надо снять 3 ролика, собраться. Завтра с утра уезжаю. Еще у меня сейчас гости придут. Поэтому хочу все успеть. Так, взяла я свою кошечку. Чаще, если будут дожди, мы будем находиться дома, а как домашний аромат, она прекрасна. Ее сейчас уже вот так. Я надеюсь, что я там ее, может быть, даже и смогу закончить. Если на выход, то... Ой, никуда не надо катиться. На выход взяла позы, спазес. Каждый раз я не знаю, как правильно. Тут остаток не очень большой, но могу выгулить, когда, например, в магазин автобусами буду кататься. Дольче Габбана тут совсем чуть-чуть. И вот с огромным удовольствием Фьори я использую. Давайте вам покажу. С рандеву он ко мне приезжал. Какой он вкусный. Очень прямо он мне нравится. Я не знаю, есть ли там полноразмер. Но приезжал в подарок, и я с огромным удовольствием им пользуюсь. Поэтому для дома и вот на прогулочке. Сяо. Я хотела, ну вот кроме ароматов, частично вот то, что там в баночках, затолкать куда? Вот в эту косметичку, в розовенькую. Надеюсь, у меня получится. По крайней мере, вот какие-то проливашки засунуть туда. По косметике. Так, я сказала, что базу я не беру. Базой будет у меня служить крем для лица. Тональник Саву тоже не стала брать. Там намешано, вдруг откроется в дороге или там упадет. Ну, это не очень удобно. Взяла сразу от Ифраше. Все равно мне его тоже надо начинать. Медиум оттенок. Пока загар еще есть на лице, могу спокойно пользоваться. SPF 20. Так, мочалочку можно теперь вот сюда вернуть. Так, тональник. Кисти не покажу. Кисти практически все, которые мне дарила Валюша. Мне они очень нравятся. На камеру я так макияж и не сделала, но кисти потрясающие, очень хорошие. Единственная кисть для пудры, она мелковатая, но все равно я справляюсь. Я люблю более пушистые, но эту брала уже в дорогу, и она работала неплохо. Просто, ну, чуть больше раз окунаешь в пудру. Пудра. Где пудра? Тональник показала. Пудру беру Sport and Pляж. Рассыпчатая и неудобно в дорогу. Вот. Буду использовать дальше эту. Она еще и водостойкая. Получается, если вдруг дожди, то не подведет. Конечно же. Я ничего новенького не брала. Все с собой опять, как сказала Project Pen. Так у меня очень хорошо. Он убывает, когда нет никаких вариантов. От Vivienne Sabo это очень хорошая двоечка. Я ее горячо и нежно люблю. И активно пользуюсь, и совсем не надоедает. То есть это то, что мне нравится и будет работать дальше. А, я вам не показала, у меня же корректор. Консилер не стала брать. Это тоже консилер, просто тверденький. Он и под глазки нормально все работает, и на пигментацию хорошо работает, и где надо высветлить зону, высветляет. То есть хороший продукт, не сушит кожу, мне нравится. Взяла с собой. Я тут с ночевкой уходила к маме, к свекрови, и брала с собой тоже примерно то, что сейчас вам показываю. И вы знаете, очень даже неплохо я использовала в макияже вот этот продукт. За неимением ничего я делала макияж им и осталась довольна. Вот. Не переборщить мне было на загорелом лице. Осталась довольна, как я сказала. И беру я все-таки вот эти румяна. Я их буду до конца года везде брать, постоянно использовать. Мне хочется их все-таки закончить. Вот. И тут видно, одни похолоднее, другие потеплее. Вот.
Так удобно. По карандашам. Один для бровей. Он постоянный у меня. Подточила. И взяла, конечно же, свой фиолетовый. Зимой и летом одним цветом с этим фиолетовым я. И взяла, тоже выкручиваюсь, чтобы ничего не точить. Ну, этот для бровей требует заточки, но он сейчас подточен, и этого хватит. Вот. Взяла два вот таких. Буду использовать их. Тени. А, тушь давайте покажу. Взяла тушь в этот раз от Maybelline. Такая щетка. Сыворотку не стала брать, только тушь. Умещаюсь я в кадре-то. Вроде умещаюсь. Давайте вот сюда ее поставлю. Это вот так. Тени. От Stellary буду как темный оттенок мусолить его. Один остался, чтобы не откладывать никуда. Давайте я вам покажу. Вот. Вот он, красавчик. Его, если наслаивать, он прямо темный конкретно. И он мне очень будет нужен вот в этой палетке. Видно косметику-то у меня? Хочется, чтобы все было видно. Вот в этой палетке он мне будет нужен. Ну, открывайся. Вытру. Так, попробую все четыре. Я вот ее как раз и брала, когда уходила с ночевкой. И вы знаете, такой красивый получился макияж. Использовала почти все оттенки. Нет, не все. Вот эти два я использовала. Вот этот темный и розовый. А потом вот этот зеленый карандаш, который я вам показала. Я его не просто так беру с собой. Очень мне понравилось, что у меня получилось так. Смотрите, какая красота вместе с этим коричневым. Да, вот без него как-то не хватает вот этой вот затемненности-то. Поэтому взяла... Также взяла от Mary Kay, чтобы не забывать, и буду дальше ковырять вот этот верхний бок. Я уже тут, ну, видно, промяла, тут убавлю скоро. А вот тут беленький-то. Ну, если получится. Ну, вот получилось немножко. Вот. То есть тоже оттенок сверкалочка, который пригодится. Ну и придумала я, что вот этот коричневый в Stellary может быть прекрасной подложкой вот для этой палетки Essence. С мочалкой. Походный вариант. Базу не брала я под тени. Давайте покажу вот этот голубой. Кто знает, может быть и он будет подложкой. И этот может быть подложкой. В общем, вот под эти вот сверкалочки. Так, сейчас я пальцы высушиваю. Вот их я буду использовать активненько. Кистей достаточно взяла. Ну, там помыть не проблема. Давайте я так продолжу. Вот этот белый, конечно, белее я еще не видела блестяшек. Вот. Белый прямо вау. Я им почти не пользуюсь, потому что он меня пугает. Вот даже смотрите, как с рук, с пальца, да, с трех ушло, и вот на этом сколько осталось. Хотя я набираю одинаково, но вот он меня как-то пугает. Его совсем немножко используешь, если в уголок или еще там под бровь. Но под бровь тоже слишком много белого. Прямо совсем чуть-чуть распределять, тогда красиво. Вот, в общем, вот эта палеточка. Мочалку возвращаю. Палеточку тоже. И что я беру в помадках? Мне хочется еще и красиво же. Видно? Видно, вот так красиво.
Так, и что я беру в помадках, давайте покажу. Во-первых, буду заканчивать. Вы уже, наверное, без меня знаете, что я возьму. Видите, осталось совсем уже чуть-чуть. Beauty Care или Care. Я не знаю, как правильно. Аня вроде говорит Beauty Care. А может быть, я ошибаюсь. Том Форд. Не хочу, чтобы пропал. Как сломался, так я его активно использую. Ну, стик сломался. И под зеленые макияжи мне очень нравится. Вот что одна помада, что вторая. Но больше вот это под зеленые мне нравится. А вот Том Форд мне нравится вот коричневые, которые я вам показывала оттенки. Это вот Мэри Кей мне и вот этот. Вот эти два. Так, второй. Самый нейтральный. Когда макияж легкий, приятненький такой. Вот. Люблю эту помадку. И можно сказать, второй бальзам беру, что Ева Мозаик, что вот этот от Clarins блеск бальзам. Они немножечко между собой схожи. Ну, конечно, не скажу прям, что сильно. Вот этот поярче выглядит больше блеском. А тот цветной бальзам я сейчас, давайте вам тоже покажу. Но в использовании они у меня как-то вот на одной волне стоят. Видите, один такой поярче, а второй побледнее немножко. Ну, в общем, вот такие три помадки, которые со мной едут. Буду использовать их. Опа. Все, отстрелялось. Все вам показала. Еще вот такая есть косметичка. Это у меня аптечка. На всякий случай. Там краб. И сюда же пойдут кисти. Наверное, я их положу сюда. А может быть, все туда. Может быть, даже эту аптечку потом тоже рассортирую вам как-нибудь. Посмотрю. Но пока вот то, что я беру с собой. А, скорее в аптечку, наверное, в пакетике зубная щетка с пастой пойдет. И мочалка туда же. Но это уже совсем другая история. Поэтому мы будем с вами прощаться. Встретимся еще в других роликах. Конечно, будут влоги с Волги. Надеюсь, у меня получится там гулять. И надеюсь, вы будете смотреть и ждать такие ролики. Это будет приятно. Всем хорошего настроения. Всем пока.